Друзья, всем привет! Дневник благодарности, с вами Павел Гусев, и сегодня день номер 66, как мы делаем практику благодарности. В этом вся сила изобилия и процветания. Делать это каждый день, благодарить за все, что у вас есть, за ваше окружение и за все те возможности, которые приходят в вашу жизнь. Ведь куда направлено внимание, туда течет энергия. Важно осознавать это каждый день, контролировать свое мышление, менять его в позитивную установку и наблюдать свои изменения в жизни. В этом вся суть и то, о чем я вам пытаюсь донести каждый день. Потому что если мы будем благодарить, мы точно придем к результату и успеху. У всего есть причинно-следственная связь, и каждый день мы сажаем по маленькому зернышку, которое прорастает. Просто важно понимать, какие зерна мы сажаем, зерна мыслей, и потом получаем какие результаты. Поэтому контролируем, видим себя со стороны, видим свою реальность и делаем все самое позитивное, чтобы в нашу жизнь приходили самые лучшие моменты, и мы фокусировались на плюсом. Ведь наш мир – это отражение нашего внутреннего мира. Досмотрите это видео до конца, и на своем примере я сделаю свои 10 благодарностей. Поехали! Первое. Я благодарю себя за то, что я саморазвиваюсь. Второе. Я благодарю себя за то, что я жив, здоров, у меня есть руки, ноги, я могу делать все, что я хочу, у меня есть возможность выбирать и создавать свой путь. За это я себе благодарен. Третье. Я благодарю за своих друзей. Четвертое. Я благодарю за то, что ко мне приехал сегодня друг со своей женой. И мы сегодня погуляли и пообщались. Я благодарю за то, что у меня есть такие друзья. Я этому очень рад. Пятое. Я благодарю себя за своих клиентов, с которыми я дружу, с которыми не просто работаю, а с которыми мы еще и дружим, веселимся и делаем общее дело. Шестое. Я благодарю за денежные вознаграждения. Я благодарю за возможности, которые ко мне приходят. Я благодарю за деньги, которые у меня есть, и за то, какие возможности они мне дают, и за то, что я могу делиться ими. За это я очень благодарен. Седьмое. Я благодарю за то, что у меня есть NFT-кроссовок, который я прокачиваю каждый день, и при помощи которого я зарабатываю тоже денег. Это один из активов. Я хочу создавать больше активов, и я благодарю за те активы, которые у меня есть, и я понимаю, что благодарность этому принесет мне еще больше возможностей и расширит мои границы. Восьмое. Я благодарю за то, что я сделал сегодня вечернюю прогулку, насладился атмосферой, за то, что у нас на дворе скоро праздник 9 мая, День Победы, и есть возможность насладиться моментом. За это я очень благодарен. Девятое. Я благодарю за спорт, которым я занимаюсь, за то, что я могу ходить в зал и тренироваться. Я благодарю за то, что у меня есть программа, которой я следую и знаю, куда мне нужно идти. Десятое. Я благодарю за монтаж. Я благодарю за то, что я отправляю материал, и мои клиенты остаются довольными. И благодарю вообще за все, что со мной происходит. Я искренне и от чистого сердца. Как видите, все просто. Простые благодарности, которые в совокупности со временем приносят в жизнь какие-то позитивные моменты, радости, возможности. В этом вся сила и работа благодарности. Ну и давайте вместе с вами сделаем практику, установку на денежное изобилие, которое даст нам больше возможностей. Ведь все хотят разбогатеть, все хотят получить денежное изобилие, которое дает нам крутые горизонты, открывает нам крутые горизонты. Поехали. Первое. Деньги текут ко мне легко и свободно. Деньги проходят через меня. И я люблю деньги, а деньги любят меня. Как видите, мы делаем принятие денежное, принятие возможностей, не отвергаем и тем самым притягиваем в нашу жизнь еще больше изобилия процветания. Давайте еще раз повторим вместе. Деньги текут ко мне легко и свободно. Деньги проходят через меня. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Еще разок. Деньги текут к нам легко и свободно. Деньги проходят через меня. Я люблю деньги, а деньги любят меня. Есть еще множество установок, крутых аффирмаций, да, которые каждый день нужно повторять, прокачивать свои установки, заменять старые на новые. Как только мы делаем это постоянно, ведь вся сила в постоянстве усилий, тем самым мы замещаем старые на новые, и наш фокус внимания направлен на новые установки, которые расширяют нашу жизнь. Друзья, секрет успеха и достойного заработка на любимом деле – это подписаться на дневник благодарности. Обязательно подписывайтесь, чтобы не пропускать благодарности и благодарить вместе со мной. Оставляйте свои благодарности под этим видео, я буду все читать.
обязательно отвечу. Ну и по традиции благо принимаю, приумножаю и возвращаю. Всем пока!